Похоже, на конкурсе самый популярный лидер Золотого Пути выигрывает Сабал. Я удивлен. Я думал, у Амиты и ее опиумных денег больше шансов. С другой стороны, Сабал — это традиционные ценности. А чем религия помогла этой стране? Риторический вопрос, да? Дорог она не строит. А, хотя нет, строит, если есть тропы. И пирамиду можно построить. Надо построить пирамиду, парни, точно! Мы выигрываем войну, Сабал приходит к власти, и мы порабощаем всех, кто поддерживал Мина. Бам! Мы станем восьмым чудом света! И поток туристов возрастет опять же. Нет, ну конечно, придется нарушить пару-тройку прав человека. Ну и всем пофиг! Идея супер! Отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его оставить. Самый популярный лидер Золотого Пути выигрывает Сабал. Я удивлен. Я думал, у Амиты и ее опиумных денег больше шансов. С другой стороны...
попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что... Погоди, стой! Смерть каждому мятежнику!
дороге. Нигде не попадались? Ты смотри, они здорово разжирели на контрабанде. А, эти с героином. Тебя бы тут же пристрелили. Хоть одного контрабандиста, вытрясу из него все деньги. Они смогут выбрать, отдают серебро или получают свинец в башку. Они убьют меня! Я хочу жить! Нас заставляли принимать наркотики и спать с какими-то богачами. Меня ты спас, но моих друзей убьют, если им не помочь. Я помогу им. А дождик бы сейчас не помешал. Сало голослушай, замолчи, а? Прохожу в конкурсе самый популярный лидер золотого пути. Аванпостов пирата. Однажды я заглянул на один из них, но не сейчас. Возможно, я не спешу, потому что много слышал о тамошних удобствах. Там все как обычно, на аванпостах, конечно, но... Думайте, что хотите, но мне нужна чистая ванна и цивильный туалет. Да, я испорчен, не спорю. Вы подумайте, хорошо ему вести эфир из бункера, но ничего не поделаешь. Терпеть не могу ходить по нужде в выгребную яму, переполненную дерьмом других людей.
И знаете что? Я скажу это на весь чат, не постесняюсь никого. Мое биде мне нравится. Да, я веду эфир из бункера вместе с Чоту. И да, здесь не всегда уютно. Иногда у нас не лучшие условия. И да, иногда вы меня даже не слышите. По крайней мере, вы все время жалуетесь на качество связи. Но я сру как король. Я прямо так и говорю. Я не то что вы, я не похож на вас. Сесть над ямой, насрать туда и смыть. Надеюсь, что смоется. Почему подтираетесь камнем? Да ладно. Вы мимо врагов кидаетесь. Поэтому я бы и побрезговал. Ну кто захочет ходить в сортир с плохо работающим смывом? Похоже на фестиваль Коачелла для бедных. Голограмма тупака вам не светит, ребята. Но это ваша жизнь, вот и живите. Как только Золотой Путь победит, я протолкну закон о том, что в каждом доме должно быть биде. Раз уж мы за новый кира, то начнем с чистых задниц. Так говорил Раби Райрана, и вы попомните его слова. Конвоях. Все как с ума посходили. Ты спас меня. Не могу понять, что задумал Мин. Я тебя грохну! Сражался.
на волнах радио «Свободный Керат». Я попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что спрят. Шахтах Пэганамина. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился к нашим фанатам. И они, то есть вы, написали кучу писем. Надо сказать, вы предложили массу интересных теорий. Интересных, в смысле, бредовых. Один пишет. Правда, пишет, я не выдумываю. В этих шахтах Пэган прячет секретную армию нежити, подаренную ему людьми-ящерами, живущими под Лос-Анджелесом. Отлично! Пэган входит в заговор иллюминатов. Нет, Азиз, это не так. Азиз пишет. В шахтах Пэгана лежат свинцовые слитки, выкрашенные под золото. Ну, сказать вам по секрету, Пэгану незачем так нищебродствовать. Мне это сказала девушка лучшего друга моего брата. Да-да-да, те самые три рукопожатия. Спасибо, Надежь. У тебя надежный источник. Дальше у нас Ранджит. А, у меня брат и так зовут. Он пишет. Эй, Раби, я знаю, что в этих шахтах. Твои яйца, лузер. А, так это был мой брат. Знаешь, Ранджит, если бы они были там, то они были бы большими. Нет, огромными. И вообще, Ранджит, отстой. Все равно меня родители любили больше, чем... Думал, мне конец. Теперь я ваш должник.
Братья нигде не попадались? Грудные мускулы, бицепсы,
радиации. Куда там, тому же Ван Дамму. Я не знаю, почему я все это говорю. Наверное, потому что смотрю на постер с Ван Даммом. Мне надо скачалку. Боже, он потрясающий. Что-то у меня маленькие трицепсы. Это риторический вопрос, Чоту. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы.
Пошел! 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 Одна из машин конвоя чуть меня не раздавила. Бомб героина, это много? Героин дорогая штука.
зачем пошлять за иглу в твоей вене? А зачем тебе? Хочешь себя угробить? На охоте. А мы тут какие-то консервы едим. Какой позор! Тут грибы растут. Попробуй баночку. Посмотрим, ядовитые они или нет. С тех пор, как они оставили аванпост, конвои тут всем поперек горла. Вначале войны мы только горячий йогурт пили. Ничего больше не было. Считай, чудом выжили. Будем надеяться, что враг сын. Обнаружили враг! Так, надо выпить. Ты вытащишь меня? Армия забирает жителей и заставляет торговать своим телом. И женщин, и мужчин увозят. Освободи их. Я так не хочу, чтобы людей забирали. Конечно. Я уже приготовилась к смерти. Тут тормози! Пальцев не чувствую. Пожалуйста. Я даже не понял, что случилось. Вот, возьми. Ты же спас нас. Боги за мной присматривают. Это было на то.
Слышу тебя. Копал, прием. Аджай, наш курьер пострадал, и мы потеряли груз. Его могут найти враги. Высылаю последние координаты. Ага, спасибо.
груз в безопасности. Остался последний. Отлично! Теперь ускорься и принеси их сюда! Твой груз. Сдал, принял подпись. Хвала Джире! Джире? В смысле Кире? Блин, опять оговорился. Извини, это я с недосыпу. Спасибо, Аджай.